Всем привет, с вами Артур, и это прохождение игры Resident Evil HD Remasters. И в предыдущих сериях нашего напарника, можно сказать, даже не напарника, а однополчанца, просто жестоко застрелил предатель. И поэтому мы сейчас грустим. Но сейчас не время, сейчас время такое то, что все тех, кого зазнал, погибают. Непонятно от чего. От предательства всего лишь одного человека. Ну да ладно, я пошел не туда. И что же я буду делать в этой комнате? Да, конечно, вы уже, наверное, поняли. Я решил забрать все-таки вот эту вот штучку. Типа ключ, который был здесь вставлен. Рукоятку, так сказать, взял. И посмотрим, что в ней необычного. Вот блока питания внутри резанный символ вроде, вырезанный символ. Ну ладно, надеюсь, теперь на нас не упадет тут большой валун, будем надеяться. Вроде все было в порядке. Так, давайте же продолжим наше приключение, так сказать. Даже не приключение, а поиски. Так, вот то место, где мы вкрутили винт, этот рычаг. Сейчас мы зайдем в совершенно необычную комнату, я так думаю. Да нет, вроде бы все нормально. Так, подставка есть, а под чё она вообще? Чуть не чисто, ребят. А я могу положить, допустим. Я даже не знаю, слушайте. Вроде под что-то интересное такое, про, ну как типа выемки, типа того. Ух ты, господи. Боже, Форест. Господи. У меня же сзади как сердце заёркало. Думал, все, помрем уже. Опа, на дверь. А тут что у нас? Так, как бы сориентироваться. Вот, а тут как бы этот самый проход, который, где был валун, походу, я так понимаю. О, нет, тут патроны. Я так понимаю, мы могли бы на этом моменте дробы взять, да? Получается так, типа того. Ну, тем не менее, это бы и все равно произошло. Так что дверь все равно откроется. Ой, как бы должна была быть разрушенным валуном. Вот проход. А, ой, блин. Весело. Волосатый такой. Дружок! Беги, беги, Джилл, беги. А, господи, а. Я не попаду так. А-а-а! Господи. Подлый засранец. Да пошел ты в... Знаешь куда? Еще маленькие паучки там. Так, надеюсь. По ним только ходить можно. Так, и тут боевой нож. Как бы... Что в нем такого боевого? Ну, понятно, это заточка, да, специально такая.
Безвыходная ситуация. Ну, посмотрим. Попробуем его экипировать. Экипировать, то есть. Так, мне нужна будет синяя трава, которая тут, наверное, растет очень далеко. Ух ты, господи, опять паук. Так, что-то, что ли, больше ничего нет такого? А, ну, там что-то есть. Походу, я понял, зачем это нужно. Так, текстуры стягиваются. Так, ну, вроде все. Пауков всех передавили. Огромная мамка-паук померла. Комбинируем патроны. Блин, мы отравлены, это плохо. А что же за эта дверь? Я вот точно сказать не смогу. Ну тут вроде был босс-паук, я так понимаю. Так, и в какую сторону мне вообще бежать-то? О, ребят, вы мои мысли читаете прям. Блин, и места нету. Так, понятно. Карту заднего двора. Блин, ну что выбросить, а места нету. Просто как, ну сами видите. И просто так есть нельзя траву. Ну, не бери его в инвентарь. Что за генератор? Вот понять не могу. Что-то положить надо, но я не могу ничего положить. Что сделать? Ладно, мне придется бежать тогда до сейва. Что сделать придется? Переход между дверей такой долгий. Атмосферный. Здесь еще волны не посыпятся. Трава есть тут. Блин, я уже подумал, что-то не то. Так, ну ладно. Уберу патроны. Тут. Может быть, за место тогда и него возьмем патроны. Ой, дробовик. И пистолет не оставим патроны. Гравитку тоже пока оставим. Так, ну, боевой нож. Тот же самый нож, можно сказать. Нож это боевой. Ой, блин. Разнообразие-то какое. Так, ну, давайте возьму тогда. Не патрон для магнума мне надо. Не нужна. Ё-моё, чё я ещё и уже и забыл. Так, может, сыворотку попробовать выпить. Все, я понимаю тебя, шеф. Так, давай мне тогда, короче, вместо этого патроны. Все, пойду поем травы. Чтобы было на нормалды. Добежим еще до травы, до синей, и тоже использую по народному рецепту. Тере. Ну, идем, продвигаемся вперед. Точнее, не вперед, а бегаем то назад, то вперед. Хорошо, и давайте тогда уж, ну то если пошло, возьму одну синюю траву, вдруг опять отравят. Ну, мы сможем отбиться.
Так. Тут опять, походу, какая-то ловушка еще будет, да? Надеюсь, нет. Чё-то нечистым пахнет, ребят. Чё-то странное место. О-о-о. Опять назад бежать, что ли? Ну ё-моё, а чё за прикол? Бегаем всю серию туда-сюда уже. Ну прям вообще. Знал бы я, взял бы сразу. Ну, узнал бы, не надо было бы убирать. Ладно, что думаю, тогда можно пока пистолетные патроны убрать. Он вообще вряд ли пригодится тогда. Получается. И место освободить надо как раз. Так. Где ж ты? Патроны. Пока вас сюда положу и гексальную рукоять возьму с собой. Вот она. Все гексальное. Пойдем. Я просто эти две медали таскаю, потому что там вроде бы надо их нести вообще с собой. Ну там типа будет в конце этот загадка с ними. Поэтому и ношу с ними в кармане. Медленно, наверное, мы продвигаемся к нашей цели. К цели узнать же, что здесь творится. И дойти до самого конца, оставаясь в живых. Попутно спасая наших товарищей, конечно, по мере возможности. Так. Сейчас опять ловушка будет, но это будет прикол. Прикол будет в том, если я... Буду ее сейчас крутить, получается. Сейчас закрутим. И этот валун покатится. Да, ожидаем. Что-то не очень. А можем в нее стрельнуть, интересно? Без толку. Значит, зачем я это сделал? Это было глупо. Ну уж прям не знаю, что делать. В тот момент как-то само получилось, а тут прям не знаю. Как-нибудь это использовать? Нет, это вряд ли бы сработало. Да, тем более вряд ли бы использовать, ну, как бы было бы хоть чем-то полезным в данной ситуации. Что за прикол? Еще раз надо повернуть просто. А вот сейчас походу будет весело. Ух ты, господи, а. Пещера нафиг все валунами забита. Ядрить накатить, а? Тут что у нас есть? Аптечка. Которую мы опять же никуда не можем засунуть. Ну прикол. Ладно, использую траву. Может тут смесь трав.
Надеюсь, синие там зелененьким тогда будет вообще четко. И тут спрей, наверное, да? Ну да. Тоже хорошо. Почему бы и нет? Все лучше, чем просто маленький кусочек травы. Так, а тут у нас прям... Отверстие. Опа, черт тебя возьми, зачем мне наступило? Ладно. Безмолвие улыбается вам. Ничего не вставить надо. Да нет, вроде пока. Так. Что-то еще есть. Может, вот эта вот стенка как-нибудь взаимодействовать с ней надо. Может, типа мы сейчас затолкаем ее до сюда, вот потом, не знаю, покрутим вот рычажком, и эта стенка как-нибудь взаимодействовать будет, типа вытолкнет ее. Ну, блин, прям не знаю, правда. Ну, удобно. Ядрить. Че, еще раз, чтобы крутануло, тебе надо сделать или как? Теперь еще раз, да? О, шикарно. Дядям, 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 дядям. Так, и теперь надо будет так толкнуть, чтобы не пролететь. Давай, вставляйся. О, шикарно, бонус. Ну, ядрить, мадрить, а. Блин, все подряд использую. Цилиндр. Его надо комбинировать, да? Ну, еще надо будет повернуть и ровно до этого момента. Все повернул, зашибись. Так, все. Теперь тогда сваливаем отсюда. Больше нам ничего не понадобится. Надеюсь, надеюсь. Да, и опять угадаю, там этот гребаный шар на нас опять свалится. Ну, не отсюда, а оттуда. Да уж. Все-таки опять идти до сейва надо. Ради цилиндра все было, ради цилиндра. Здесь пауков не будет. Тут такие пауки, да? Ну и отлично, что нет. Такие замечательные. Ну
Ну и сейчас повернем эту нашу местность. Может, тут тоже какой-нибудь секрет спрятан. Я просто его не замечал. Это только так, да, как я понимаю. Понятно. Разъяснили, мне объяснили. Так, он думал, лучше сохраниться. Тут и босс был у нас, и все на свете. Цилиндр, думаю, пока оставить тогда. Это старая машинка, да, конечно, сохранится. Два валуна. Считай, от них спасли. Спаслись. Забрали цилиндр. Убили паука огромного, прям вообще огромного. Еще он как-то огромный был слишком даже. Отправка данных. Но это я, видать, когда я зарегистрировался, из-за этого сейчас долго стало отправляться все эти данные. Так, ну это предупреждение перед пауками. А мы идем сюда. Тереп, тереп, тереп. Но я думаю, когда мы уже все сделаем, все, что нужно, то потом в конце вот этот валун будет катиться. Я понимаю, цилиндр надо вот сюда вставлять сейчас. Ой, цилиндр вот этот вот, получившийся у нас орнамент. Вот система заработала. Опа, опа, 22-ю. Может, а все, подождите, ребят, я понял. Изучаем, сопоставляем сейчас. Почему я не могу в другую сторону крутить, а? Еще раз. Так, 4 2 3 1, 4 3 2 1. Четыре, блин, сбился опять. Хотел нормально сделать, опять вот, блин, нажимаю просто вот как в небо такое. Четыре, два, три, один. Подача питания восстановилась. Главное, чтобы без сюрпризов лифт был. Ох, вроде чист. Ладно. Пойдемте в лифт. Ну, конечно, уж кнопка. Опа, она. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Ну, я бы тоже не ожидал. Have any ideas to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Да, только один. Спуститься вниз. Давайте мне кат-сцену показывайте. Это прям какая-то женщина-зомби какая-то, уже не мужик. Да ничего, человек!
Go check it out. Извините. Enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Дека, что-то он... То он ее спасает, то он кидает ее вперед, типа, иди да проверь. Вдруг там опасно. Типа того. Так, ну тут что у нас? Сейф-коробка. Ну тут есть интересно что-нибудь. Ну, как бы не очень. Куда здесь уплотнитель для мусора? Вопрос. Я понимаю, сюда надо что-нибудь скинуть. В уплотнитель, чтобы там зажало чертовой матери все. Не хватит. А, не, подождите, аптечку хотел взять. Вдруг там что-нибудь такое будет нездоровое. I'll stay and secure our escape route. Да, прикол. Фу, ладно уж, из огня да в полымя мы пойдем. Господи, а. Что-то как-то не очень звук. Тут этот хреновина, что ли? О боже. Сейчас восстановится, да, типа. Непонятно, чё, куда бежать. Ух ты, господи. А если нажму? Опа-на. Что дверь открылась, пусть на него что-то особенное. Это особенно я могу достать только в той комнате, походу. Так, надеюсь, мне хоть дадут что-нибудь на замену тому старому дробовику, который я в той комнате оставил. Так, ну... Тут ничего такого. Особенного, я бы сказал. Кроме вот этой коробки. Которую надо погрузить. На лифт, как я понимаю. Так, и тут. Что из-за кнопки-то у нас вообще? И пока не запускаем. Но давайте попробуем что-нибудь запустить на лифте.
Окей. Давайте сходим опять к Барри. Может, он что-нибудь нам скажет. А то реально за этим дробовиком, если придется бежать в особняк, то это вообще мазохизм какой-то. О, черт. Качёная не умирает, а восстанавливается постоянно. Жуткое дело. Да и не дело вообще, какой-то карлик в нос. Барри, ты какого черта удрал? Ублюдок. Только потому что я конченый, он это сделал. Зачем он это сделал? Ну, у него вроде причины какие-то были. Очень вроде серьезные. Но, если я не ошибаюсь, насколько помню. Так, с подергиванием, понятно. Это прям для меня вещичка-то. Сломанный огнемет. Вот мы-то его и засунем. Тянь-дянь-дянь. Тянь-дянь-тянь-дянь-тянь. Что делать? Сохраниться у нас не получится, так что придется только в то место бежать. Выходов у нас нет. А чтобы закончить этого, тоже надо будет все действия, которые поставлены перед нами для того, чтобы вернуться назад. О, блин, а мне все равно сюда надо. Все, я смотался от нее. От него, от нее, от он. Оно, я убежал от этого существа. Куклы везде всякие, не все блеклые и сношенные. Че за бред? Че за капец? Что за фигня творилась здесь, в этом гребаном подвале? Еще и зомби, да, наверное, подводные тут. Кинжал на кровати вовремя. Шкатулку. Конечно, что еще делать? Моя дочь, кажется, были довольно близки. Так, будем. Так, это повзросление, понятно. Все еще теплое. Боже. Так. Надеюсь, без пауков. И куда мы поднимаемся, у меня вопрос. Опа-на. Уп, я теперь понимаю.
Чё, куда и как. Дело движется, понятно, в какую сторону. Тем, блин. О, оно еще открывается. Каменное кольцо. Семейная фотография и заметки. Сзади что-то написано. 10 ноября 1967 года. Вирус прародитель введен. Джессика введенный вирус тип А. Повышенная активность клеточная, клеточной плазмы. Слияние с вирусом отрицательное. Действие уничтожено. Так. Лиза. Введенный вирус тип Б. Повышенная активность клеточной плазмы. Слияние с вирусом положительное, но с задержкой симбиоза. Изменение тела наблюдается, постоянные результаты. Статус продолжать наблюдение. Джордж. Действие уничтожено 30 ноября 1967 года. Тут кем-то оставленный журнал. 14 ноября 1967. После этих уколов у меня кружится голова. Не вижу маму. Куда они ее забрали? Она обещала, что мы убежим вместе. Разве она могла бросить меня и сбежать одна? 15 ноября. Я нашла маму. Мы теперь вместе. Я очень счастлива. Она подделка. Не моя настоящая мама. То же лицо, но другая внутри. Нужно найти маму. Нужно повернуть... вернуть маме лицо назад. Я забрала лицо мамы назад. Мама моя ничья больше. Я прикрепила ее лицо себе. Так что она не уйдет. Потому что мама огорчилась, когда я встретила ее без ее лица. 17 ноября. Из коробки доносится запах мамы. Может, настоящая мама там? Каменная коробка тяжелая. Стальной трос на пути. Из-за 4 камней я не могу увидеть маму. Господи боже, я вообще это такой... Вот прям вообще... Я даже объяснить не могу. Давайте же изучим, что за кольцо. Даже не говорите, походу знаю, от чего это кольцо. Да-да. То самое. Все, да, все понятно с этим делом. Ну что ж, надо сохраниться уже. Мы пробежались нормально. В следующих сериях мы уже возьмем этот огнемет и будем ставить его куда попало, для того, чтобы проверять, что где да как. Там уже будет видно, что куда надо. А сейчас надо сохраниться. Ну да, конечно, использовать. Что за вопросы? Лачуга. Не зря. Ну ладно, всем пока, с вами был Артур, увидимся в следующих сериях, играйте в хорошие игры и заходите на блог Мрух Эвент, и всего вам наилучшего, пока-пока.